И всем привет! Вы на канале Игромания ТВ. И сегодня я буду проходить карту Геометрии Dash уже без сейвов, как я и обещал. Сейчас я буду проходить уровень Stereo Madness, первый уровень. За него дается одна звезда. Давайте вот здесь, как бы. Сейвимся и начинаем. Стоп, упали. Ну ладно. На первом уровне это уже будет считаться как ошибка. Так как он очень легкий, его пройти можно. Так, проходим осторожненько. Оп, все. Переходим к началу уровня. И здесь как бы на самолетике летаешь, так же. Почти не считается. Да, что-то я на таком уровне облажался. Ну ладно. Бывает. Опа, опа, опа. Паркуришь здесь так прикольно. У меня сложность выключена, да? Опа. И на самолетике летаем так. Ух. Надо было просто выпрыгнуть. Не знаю, за что я так люблю паркур, но просто нравится. Нам с Андреем тоже нравится паркур проходить, потому что, ну, не знаю, Андрей раньше не любил это, но сейчас он стал лучше паркурить, когда мы с ним начали снимать паркур Френзи вдвоем. Ну и Парадис паркур там мы с карту вдвоем сняли когда-то еще. Я помню, было. То есть вот так можно пройти просто. Влетел. И проходим вот так. Ну да, я прошел первый уровень в Normal Mode. Переходим ко второму. И вот он, второй уровень. Back on Track. За него дают две звезды. Одну звезду я уже заработал за первый уровень. Получается, что у меня сейчас будет три звезды. Пока что одна. Это за тот уровень. Я забыл засейвиться там, но если что, я прервусь и вернусь туда обратно. Или может даже возвращаться-то не придется. Ой, извините, я полет случайно забыл выключить. Я просто перелетаю, когда прошел уровень, я всегда перелетаю там. Проходим, да, второй уровень мне пришлось пройти с первой попытки, получилось. Переходим к третьему. Ну что, вот третий уровень, Поларгейст. За него задают три звезды. У меня уже три, и будет шесть, если я пройду этот уровень. Я засейвился, если что, сохранился там в начале. Так что возвращаться мне обратно не придется. То есть, как бы, с конца уровня, нет, в начало следующего уровня не придется возвращаться.
вторая попытка уже. Вот так проходишь, ходишь, ходишь и проходишь вот так. О да, я прошел его со второй попытки, не с первой, но со второй. Ну что, вот четвертый уровень, драйаут, за него дают 4 звезды, у меня уже 6, а будет 10. Возвращаемся назад. Вторая попытка. Проходим все честно. Третья попытка. Четвертая. Ладно, я не буду говорить, какая попытка, потому что я забываю. Мне некогда сосредотачиваться на этом. Опа. Так, а. Хотел засейвиться, а не тут-то было, сейвиться нельзя. И да, с четвертой попытки я прошел его. Переходим к следующему уровню. Ну что ж, проходим следующий уровень, пятый, Base After Base. За него дается 5 звезд. У меня уже 10, а заработаю. Еще будет 15, если я его пройду. Извините за небольшие баги, у меня лестницы не прогрузились просто. Если что, то играю я на версии 0.15.6. Это, мне кажется, пока что самая новая версия, поэтому я на ней пока что сейчас и играю. Но она похожа, в принципе, на версию 0.15.3. Там ничего особо-то не изменилось. Если что... Ну ладно, пройдем так. Если что, то я делал уже обзор на нее. Кто не знает. Ну ладно, я прошел пятый уровень. Сейчас буду шестой проходить. Ну вот он, шестой уровень, Can't Let Go. За него 6 звезд дается. У меня сейчас 15, а будет 21. Опа. По-моему, я нечестно на пятом уровне сделал в конце. Ну ладно, я ж так, вот. Тут типа того было, что через два блока нужно перепрыгнуть было. Расстояние два блока было. Вот типа этого. Я бы это сделал. Где один блок будет, и я буду не долетать, если то я... Где один блок высотой, там блоки. Один блок над уровнем земли будет находиться, если и я не долечу, то я не буду возвращаться назад. Шестой уровень пройден. И мы переходим к седьмому уровню. Джампер. За него 7 звезд сдается. У меня уже 21, будет 28. Вторая попытка. Я без ускорения тут постараюсь пройти. А нет, буду с ускорением все-таки, сдаюсь. Третья попытка. Мне кажется, что здесь это специально так сделано, чтобы без ускорения проходить. Но я чуть-чуть нарушу. Попытка номер 4. И буду с ускорением проходить.
Я в паутинке застрял. Так, ну ладно, ничего, я... Что, я пролетел? Тут не долетел? Чуть-чуть. Попытка номер 5. Я должен это сделать. Пофигу, что я по паутину попал. Оп. Казалось, что сзади меня что-то подпинуло там. И немного осталось, совсем немного. Я должен это сделать. Должен. Ничего. Как я уже сказал, я не буду это считать за ошибку тут. И... О, да. Я прошел 7-й уровень. Давайте взлетим наверх, потому что там нас ждет сюрприз. Ну, как бы такой сюрприз. Версия 2. Это 22-й уровень, как я уже говорил, когда я практик мод проходил. Рампер, вторая версия. Мне кажется, что это чуть-чуть даже бонусный уровень. За него, в общем, тоже 7 звезд дают. У меня сейчас 28, а будет 35. Так, засейвимся здесь, если я не засейвился. Да ладно, вернемся. Я это не буду считать даже. Мне кажется, что это нечестно, конечно, но ладно. Я попаду, да, я попал. Посейвиться нельзя. Не думайте, что если я это не считаю за ошибку, где вот, ну, сами понимаете. Эти вот, здесь вот, например, что я могу взять и пробежать просто по полу тупо. Это не значит, что я так могу делать, но если уж случайно так получилось, вот, значит, я уже могу так сделать. Если уж с лестницами я где-то упаду, я по ним тоже заберусь. Потому что с лестницами-то я особо-то не паркур-мастер, если честно. По лестницам я не спец. Давайте вот перепрыгнем. Пофигу, я должен долететь. Да, я это сделал. Я долетел. И упал. Ничего, это я правильно. Там уведомление какое-то пришло. Ну ничего. В общем, вот я 22 уровень прошел. 8 уровней я прошел. В норма мод. А на этом я, наверное, буду заканчивать. Продолжу я в следующем видео так вот проходить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. И всем еще раз спасибо. Всем пока. Всем пока.